спортивной школе имени Анатолия Карпова стартовало первенство Махачкалы по шахматам среди юношей и девушек от 9 до 19 лет. В турнире играют 200 юных спортсменов. Соревнования проходят как по круговой системе, так и по швейцарской в 7 туров. Подробности у Даны Шугум. Среди юношей до 15 лет играет двукратный победитель первенства Дагестана и СКФО Магомед Камиль Магомедов. Уроженец города Буйнаск, ученик 37-й гимназии Махачкалы, взял верх над своим соперником черными фигурами. На этом турнире я сыграл одну партию, я ее выиграл. Партия была довольно-таки сложной, борьба была на равных, но соперник на 20-м ходу ошибся и зевнул ферзя, после чего не стал продолжать игру и сдался. Участник первенства Европы 2019 года Адам Хиряев, ученик 5 класса 7-й гимназии, трехкратный победитель первенства Дагестана и округа, выходец из Шамильского района, на первенство города становился призером 4 раза. В этом году среди юношей до 15 лет в первом туре он также одержал победу. Я играл белым цветом, мы разыграли челябинский вариант. В дебюте я уже у него выиграл коня, но он его зевнул и потом реализовал. На торжественном открытии турнира с приветственным словом к участникам и болельщикам обратился президент Федерации шахмат Республики Дагестан, международный гроссмейстер Джакай Джакаев. Этот турнир, он у нас массовый, около 200 участников ежегодно принимают и в этом году. Все лучшие практически дети играют. Это для вас хорошая практика, выполнить разряды, набрать рейтинг. Для кого-то подготовка уже началась в первенстве России. Будут играть в Москве 15 апреля, стартуют быстрые шахматы, потом блиц, потом классика. Соревнования проходят в подгруппах как по круговой системе, так и по швейцарской 7 туров. Согласно регламенту, каждому участнику дается 1 час на одну партию и еще 30 секунд на каждый последующий ход. Дан Шугом, Махарбек Амариев, Вадим Шамхалов. Время новостей.